right, we are in chapter 8 of Revelation. We're going to look at the first five verses, and I'd like Gisela, she would read those for us. Итак, мы переходим к 8 главе Откровения, первый наш фрагмент с 1 по 5 стихи, и мы его зачитаем. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». These five little verses point out a change that's taking place now. А вот в этих пяти стихах мы с вами читаем о том, что происходят какие-то перемены. Что-то сейчас будет совсем по-другому. So there are three powerful truths in these five verses that are introduced by the seventh seal. Мы с вами можем увидеть три важные истины в этих пяти стихах, которые предваряются седьмой печатью. The first of those truths is that we are changing from passive judgment to active judgment. Первая истина заключается в том, что мы переходим от пассивного суда к активному суду. We're going to find when these trumpets are sounded that the judgments that fall are very active and powerful. И мы с вами увидим, что при звуке каждой трубы будут происходить какие-то суды. Теперь они уже имеют активное действие. They come down from heaven, or they come up from hell upon the earth. Они нисходят с неба или восходят с ада на землю. And while the verbs in chapter 6 were passive verbs, these verbs are active verbs. А в шестой главе, когда мы с вами рассматривали некоторые суды, мы говорили о том, что глаголы употреблены в пассивном залоге, что говорилось о пассивности суда. Здесь сейчас суды восьмой главе становятся более активными. So Jesus opens the seal in verse 1. Итак, в первом стихе мы видим, что Иисус снимает седьмую печать. And for what seemed like a half an hour to John, there was silence in heaven. И Иоанну показалось, что как бы на полчаса, то есть вот так он измерил этот временной промежуток, как полчаса, сделалось безмолвие на небе, была тишина. Когда сначала, например, в аудитории шумят, а потом вдруг такая тишина, какие у нас возникают впечатления? Что дальше должно произойти? Something will start. Something's happening. То есть что-то должно произойти. If you're a parent and you hear your children playing happily, очень часто это вот иллюстрируется в жизни родителей. Если вы слышите, как дети ваши играют шумно, and suddenly it's quiet, а потом вдруг тишина. You find that your child has your lipstick and is drawing on the wall. И вы бежите, потому что знаете, что-то происходит. И, скорее всего, если это девочка, то она губной помадой на стене рисует или еще что-то. Тихо так. So there's silence indicates something's changing. Итак, безмолвие или тишина освидетельствует о том или указывает на том, что что-то изменилось, что-то происходит другое. And there's also anticipation. И также это ожидание. If you go to a concert and the orchestra is tuning up. А если вы идете на концерт, то вначале оркестр как бы вот настраивает свои инструменты. And then they get quiet. А потом тишина. And you know that now the conductor will come out and stand up on the podium. И потом вы знаете, что сейчас выйдет дирижер, и встанет на подиуме. So nothing happens in the book of Revelation just by chance. И вот в книге Откровения также ничто не происходит случайно. There's no details that are not important. То есть нет здесь таких деталей, которые не имели бы какое-то значение. So we're changing from these judgments, but now the question becomes, what is the motivation for the terrible judgments that are about to fall? Итак, мы видим, что безмолвие указывает на изменения, происходят какие-то перемены. Но что же становится причиной этих ужасных судов? Что же стало мотивацией? Because these seven trumpets are given to seven angels in verse 2. Во втором стихе мы с вами видим, что семь ангелов получили семь труб.
And in verse 3, there's another angel that appears. А в третьем стихе мы видим, что появляется еще один ангел. Написано, пришел иной ангел. And he has a censer in his hand. А он пришел с кадильницей. And of course, you know, a censer is incense, that is a billowing smoke. А вы знаете, что из кадильницы выходит такое вот благоухание, когда горит фимиам. And he's putting this incense on the altar along with the prayers of all the saints. Итак, он возложил фимиам вместе с молитвами всех святых на золотой жертвенник. And so this incense, and we're going to see this again and again in Revelation, is representative of the prayers of God's people. И вот фимиам из кадильницы, и неоднократно мы с вами будем встречаться с этим в книге Откровения, это молитвы святых. Now notice that the smoke in verse 4 goes up with the prayers of the saints before God from the angel's hand. А в четвертом стихе прочитаем. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Sometimes in the Old Testament, when incense went up, it was had a soothing effect on God. Иногда в Ветхом Завете встречаются такие примеры, когда дым фимиама доходит до Бога, он должен был оказывать какое-то успокоительное действие. But in this case, the smoke, the incense that comes up before him causes a response of wrath. То есть, а в данном случае в Откровении вот дым фимиама, который доходит до Бога, он вызывает другую реакцию, он вызывает гнев. See in verse 5, the angel took the censer, filled it with fire, and hurled it on the earth. В пятом стихе. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. So clearly there's a connection here between the prayers of the saints and God's motivation for judgment against the earth. И здесь мы видим совершенно ясную связь между молитвами святых и мотивацией Бога к этим судам. Well, so here's the question. Why would something as pure and as holy as the prayers of the saints be part of God's motivation for judgment? Тогда у нас возникает такой вопрос, как что-то такое чистое, как молитва святых, да, может стать мотивацией, стать причиной для чего-то страшного, такого как Божий суд? I mean, some of the questions we've had this morning have dealt with this very issue. То есть некоторые аспекты вот этого вопроса сегодня мы рассматривали. We are supposed to be offering forgiveness and grace and love. Мы говорили о том, что мы призваны к тому, чтобы прощать людей, предлагать им и прощение, и благодать, и любовь. So how can God judge people? Как же может Бог судить людей? And here's the answer. А здесь мы находим ответ. These prayers, this motivation for judgment, they come from God's people who have been offering God's grace. Вот эти молитвы святых, которые становятся одной из причин для Божьего суда, это они исходят от тех людей, которые предлагали людям Божью благодать. And in most cases, the grace of God revealed through the giving of His Son Jesus Christ is rejected. Но чаще всего вот эта благодать, которую они предлагали, и это откровение об Иисусе Христе, Божьем Сыне, отвергалось. Most people in the world reject Jesus Christ. Все-таки большая часть людей на земле отвергают Иисуса Христа, не принимают его. And God has sent His own beloved children to offer this grace. И Бог посылает своих детей, своих возлюбленных детей, чтобы они предлагали эту благодать. And the response of the world has been not only to reject the offer of grace, but to persecute the people who made the offer. Как же отреагировали на это люди? Они не только отвергли самого автора этой благодати, да, или источник этой благодати, но также и тех людей преследовали, которые предлагали им эту благодать, которые хотели ее донести. See, God is satisfying His own righteousness. Другими словами, Бог снова удовлетворяет требования собственной праведности.
And part of that righteousness requires him to send his own children to take this message to a rejecting world. И вот его праведность предполагает то, что Божьи дети должны были вот с этой вестью, благой, с благодатью идти к миру, который их отвергает. So then the rejection of the prayerful and faithful proclamation of God's servants motivates God to judge. И в результате этого, в результате того, что они отвергли молитвенное и верное провозглашение, Бог судит людей. If I as a parent sent my child across the street to tell my neighbor that his house was on fire. Если, например, я говорю своему ребенку, чтобы он перешел дорогу и сказал соседу, что у него горит дом. And my neighbor responded by slapping my child in the face and shooting him. А мой сосед сначала ударил бы моего ребенка, а потом бы его еще и пристрелил. Then I would have the right to say, well, then I guess you'll burn up. То тогда я имею право сказать, ну и гори себе тогда. But God's righteousness compels him to offer grace. Однако Божья праведность побуждает его предлагать благодать прежде and, всего. And God's righteousness also compels him to judge when that grace is rejected. Но и с другой стороны, Божья праведность также побуждает его судить, когда эту благодать отвергают. So here's the conclusion of what's going on here in verses 1 through 5. Итак, к какому выводу можно прийти в результате того, что мы прочитали с 1 по 5 стихи? That the continued offering of the grace of God becomes the basis and motivation for his righteous judgment. Неоднократно предложенная Божья благодать становится основанием и причиной для его праведного суда. Неоднократно предложенная Божья благодать становится основанием и причиной для праведного суда. As we're going to see in the book of Revelation, God's people are constantly living a effective godly life in the world. Мы с вами видим в книге Откровения, что Божьи дети живут действенной, благочестивой жизнью. This will happen very powerfully in the tribulation period. И в период скорби это будет явно. There will be no believers in the tribulation who are going to church because it's a cool thing to do. А уже во время скорби, великой скорби, не будет таких верующих, которые посещают церковь просто потому, что это круто. The believers in the tribulation will be men and women of God willing to die. Во время великой скорби будут такие верующие, которые готовы умереть. И которые будут делиться вестью об Иисусе Христе с умирающим миром. So in the midst of all the fire and smoke, look at the grace. То есть, несмотря на то, что здесь дым и пламя, не пренебрегайте благодатью, которая заложена здесь. God leaves his own children here in the middle of this awful time to share his gospel. Бог побуждает своих детей делиться Евангелием, несмотря на ужасную ситуацию, в которой они оказались. One of the questions that those who believe in a rapture before the tribulation ask is... Вот один из вопросов, которые задают приверженцы теории о восхищении церкви до великой скорби. What's the purpose of believers being here during the tribulation? Зачем вообще верующим нужно проходить великую скорбь? And the answer is purely and simply evangelism. И ответ очень прост и заключается в том, что это нужно для благовестия. That's part of the grace of God. И это также часть Божьей благодати. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.